Всем привет! Мы сегодня рассмотрим с вами еще один вариант чиняна четвертого уровня. Мы в предыдущем видео разбирали один вариант, вариацию, скажем так, да, чиняна. Сейчас мы посмотрим еще один вариант, и тоже я вам его прокомментирую. Лиза! Она делает difficult fly, то есть у нее подтяжка хорошая, sit front, 5 оборотов, прыжок во вращении и sit back. 5 оборотов и выезд. В этом варианте чиняна, если в предыдущем варианте мы с вами использовали восьмерку, в этом варианте мы не используем восьмерку, мы используем прыжок внутри вращения. Для того, чтобы нам грамотно собрать вращение для спортсмена, все, чтобы вращения были четвертого уровня, или как у вас там, какие уровни предназначены по разряду, нужно внимательно смотреть все вращения в программе. То есть то, что мы сейчас здесь с вами собираем, мы рассматриваем отдельное вращение, чинян, заклон, комбинированное вращение, но сложные вариации, сложные заходы и выезды, сложные позиции, они учитываются один раз за программу. Один раз за программу и первый исполненный вариант. То есть если вы уже сделали качалку в заклоне, вы не можете сделать качалку в комбинированном вращении, потому что она уже будет использована used. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание, ваш тренер, спортсмены, обращайте внимание на все вращения, и вы должны, исходя из всех вращений, составлять по кусочкам каждое вращение, чтобы они были четвертого уровня. То, что мы вам здесь рассказываем, мы вам рассказываем про одно вращение, это не гарантирует, что оно будет четвертого уровня, если до этого вы уже использовали позиции этого вращения в других вращениях. Поэтому будьте внимательны и желаем вам удачи!